Уличные музыканты любят играть в парках как раз возле дома. И более подробно о них сейчас нам расскажет наш корреспондент. Игоря Гончарова часто называют человеком-оркестром. И абсолютно заслуженно. В его руках оживают волынка, колесная лира, ирландские бузуки и флейты, банджо, укулеле и даже варган. А начал музыкант с гитары. Играл в разных рок-группах. В какой-то момент потянуло меня в фолк-музыку. И я приглашал всевозможных фолк-музыкантов. Но практика показала, что фолк-музыканты были настолько талантливы, настолько сложные в работе люди, что в определенный момент я понял, что мне проще найти гитариста, а самому обучиться этим инструментам. Поэтому постепенно я начал их искать, покупать и обучаться на них играть. Первым фолковым инструментом, который приобрел Игорь, был ирландский бузуки. Его он заказывал у румынских мастеров. Волынку привез из Германии. Она электронная, поэтому не нуждается в настройке тональности, что очень удобно для игры на концертах. Есть у Игоря и варган, но на нем он играет редко, только чтобы добавить обертона в композиции. У варгана очень богатая история. Его использовали и для передачи зашифрованных сигналов, и в качестве оберега от злых духов. В теории играть на нем несложно. Нужно просто правильно его прижать к зубам и дергать закованный язычок. Но в реальности все намного сложнее. Основной принцип игры на варгане – правильное дыхание. В зависимости от того, вдыхаешь или выдыхаешь, меняется звук. Один из самых сложных и необычных инструментов из коллекции Игоря – колесная лира. На ней он учился играть с помощью видеоуроков в интернете. Для меня, как для простого обывателя, лира выглядит максимально странно и на первый взгляд даже непонятно, откуда тут идет звук, откуда он извлекается вообще? Все начинается с колеса. Вначале мы крутим колесо, потом прижимаем струну, начнем с басовой. Колесо-то крутится об струну, трется об струну, и вот начинает извлекаться звук. Именно на лире Игоря приглашают играть в качестве сессионного музыканта. Так он уже 5 лет пишет партии для песен группы «Маврин». Сергей Константинович пригласил меня на 20-летие группы как приглашенного гостя. На этом концерте было, кроме меня, со мной, наверное, 15 человек, в том числе Кипелов, потом басист Харьков и много-много музыкантов, которые когда-либо принимали участие в истории группы «Маврин». Музыкант – постоянный участник двух групп – «Скилур» и «Мистера». Также недавно записал партию колесной лиры для рок-оперы «Сказание о Литогорье». Когда закончат сводить, мюзикл поставят на одной из сцен в Санкт-Петербурге. Дарья Шарипова, Андрей Псом, Данил Захаров. «Утро нового дня».